Друзья, с вами проект «Три сложных вопроса», и сегодня вы услышите интересную историю ответа жизнью, ответа решениями, поступками. На каждый из этих вопросов молодой, красивой семьи, которые сейчас являются служителями, пастырями церкви здесь, в Санкт-Петербурге. Церковь имеет такое библейское название «Соль земли». У нас сейчас делятся своей откровенной историей жизни Евгений и Алена Порубовы. Рада вас приветствовать. Здравствуйте. Спасибо вам. Мы тоже рады очень. Спасибо. И сразу же хотелось бы вот задать вам вопрос и услышать ответ, как вы пришли к тому, чтобы встретить Бога. Чем стала эта встреча для вас? Мы из Калининграда родом. И сюда переехали 7 лет назад, вот, миссионерами. Но все началось в Калининграде. Я из обычной семьи, папа моряк, потому что Калининград портовый город. Вот, мама медработник. 13 лет она проработала в медицине. Вот, у меня есть брат старший, 9 лет разница. Я как бы в семье младший, любимый ребенок. Вот, в 93-м году отца не стало, он ушел в рейс, и случился инфаркт миокарда у него в 35 лет. Да, и, в общем, для мамы шок, 90-е годы, время сложное. Вот, мама на две работы пошла, брат, естественно, 9 лет разница, у него своя жизнь. Я искал себя, вот, и мне хотелось быть принятым. Я пошел на улицу к друзьям, чтобы быть принятым там. Там, чтобы быть принятым, соответственно, нужно принимать те правила, по которым они живут. Я и принял те правила. И это была такая дорога, которая была кривая, в общем, неправильный путь. То есть не было взрослых лидеров каких-то, которые могли бы направить? Это были ребята примерно вашего возраста, да? Вот где-то 9, 14, там... Какие самые старшие? Обычно это чуть меня постарше, в 11 лет я вот уже начал искать себя, и друзьям было там по 14, наверное. Вот, и все это меня привело к тому, что я начал совершать грубые ошибки. Обманывать, курить, выпивать. Вот, и со временем меня это привело к зависимости. Вот, и мне сегодня вот многие говорят, ты пришел к Богу, потому что был зависимый. Я говорю, нет, я стал зависимый, потому что я был далеко от Бога как раз-таки. Вот. И растянулось это все на 8 лет. Вот. Для мамы был шок, для брата тоже. А когда они узнали? То есть сколько вы уже, скажем, лет были? Около года. Все это скрывалось. Да, у меня была двойная жизнь. Я в школе скромный хороший мальчик, дома я такой скромный хороший мальчик, а на самом деле вторая жизнь была очень-очень страшной. Вот. И там все, проблемы с законом, воровство и так далее. Вот. И однажды я лежал дома, это уже 8 лет, я был в зависимости, но внутри я всегда знал, я другой, я добрый, всегда за людей переживал, не мог как-то с ними поступать злостно, как некоторые друзья мои. Вот. И я однажды лежал дома, мне везли очередную дозу, и по телевизору показывали фильм «Страсти Христовы». Да, и я всегда знал, что Бог есть, всегда это знал, не знаю откуда, было такое внутреннее убеждение, но я не знал, какой Он, что мне нужно сделать для Него, чтобы у меня чувство вины пропало. И вот этот фильм «Страсти Христовы», и он так завладел моим вниманием, я так проникся всем, что происходило на экране. Вот. До этого пытался Библию читать, ничего не получалось. А тут фильм. Это именно Мэла Гибсона получается, да, правильно? Мэл Гибсон. То есть вот этот вообще ужас, я долго боялась даже его смотреть, просто классный, чтобы погружаться фильм. Вот это очень все. Классный. То есть вас не шокировало то, что происходило с Христом? Да, вот нет, эти меня казни, не шокировало. Я просто видел, что как идет его мать Мария. И она смотрит, как он несет этот крест, весь избитый, как все в него плюют. И у меня какие-то переживания начались, как на меня мать сейчас смотрит, на своего любимого сыночка, который вот живет такой жизнью. И
и что-то меня тронуло. Так я начал именно вот обращаться к Иисусу. Я говорю, прости меня, пожалуйста, что я расточил свою жизнь, я стал вообще никто. Прости, я знаю, я другой, ты от меня другого ждал. И у меня слезы как полились, и я в жизни, наверное, столько не плакал. И в тот момент я почувствовал, что Он меня принял. Вот такого, какой я есть. Просто как будто Он взял мое сердце и так вот выжил, как губку. Я ревел, так упал потом на пол, там прощения просил у Него. И я почувствовал, что я принят, но там, конечно, небеса не открылись надо мной, там ангелы не сошли, не может быть, они и были, но вы тогда не заметили их. Я тогда, мне привезли наркотики, я все равно пошел, употребил их, но я знал, что Бог дает мне шанс. Мне надо что-то делать, и каким-то чудесным образом встретил ребят, это миссионеры с Кемерово были, в Калининград приехали, они центр открывать. И потом мама мне визитку дала, говорит, вот ребят в Болтрайоне встретила. Это абсолютно другой конец города, где мы жили. И я понимаю, что это та же самая визитка, которую мне... Ну, все складывается начало. Знаки такие, да, получается? Вау. И вот я начал готовиться к центру. Это был как поворотный пункт в моей жизни. И именно из-за того, что произошло тогда, при просмотре этого фильма, когда я обратился к Иисусу Христу, я вот именно благодаря этому и поехал в центр. То есть это простимулировало меня, внутренние силы появились какие-то. Потому что раньше столько попыток было, и больницы увозили, и уезжали, и били, и пристегивали, что только не делали. Вот. Но именно это стало отправной точкой, и я поехал в центр. И там, когда мне уже начали разъяснять слово, рассказывать личные свидетельства, когда я уже сам начал вникать в Писание, я понял, это очень мудрая книга для меня. Почему я ее раньше не читал? Столько ответов, столько вопросов, и я тогда понял, что все, я к обратной жизни не хочу возвращаться. Мне кажется, я тогда вот почувствовал, что я перешел от смерти в жизнь как раз таки, и мне захотелось смотреть в будущее. Если раньше вообще мне страшно было даже думать о нем, я такой, вот как есть местописание, нечестивый, бежит даже тогда, когда за ним никто не гонится. Вот я сам от себя бегал, не понимал, что происходит. То тут я уже четко знал, я хочу семью, я хочу что-то полезное делать, я хочу реализоваться в жизни, и я начал это делать. У нас очень похожая история. Несмотря на то, что мы вообще были незнакомы, мы с очень разных семей, семьи у нас очень разных взглядов, вот. Но так получилось, что я росла в семье, у меня тоже брат на 9 лет старше, как у моего супруга тоже, у него тоже брат на 9 лет старше. Мама, папа, хорошая семья, все, мы всегда ездили вместе отдыхать, было прекрасное детство у меня, я помню очень много хорошего и счастливых моментов. И также случилось, что мне, когда было 10 лет, у меня тоже умирает отец. Это был настолько мой близкий друг, потому что, наверное, для девочек отец — это что-то нечто особенное, чем мама для девочки. Вот. Да. И в какой-то момент мне показалось, что вот все наше, не наше, моя жизнь, она стала какой-то другой, то есть она не будет прежней, то есть не будет больше вот того чего-то особенного, как было в детстве, вот этого счастья, веселья, хотя мама заботилась о нас, и брат старший помогал. Вот. Но так получилось, что вот то ли я себя, может быть, одиноко чувствовала, хотя было внимание и забота, и все, но вот я еще где-то такая творческая личность, очень чувствительная, и вот я очень легко тоже попала в компанию, где вот это был 98-й год, у нас в Калининграде вообще такая сильная волна была наркотиков, просто захлестнула. Вот очень много молодежи в то время, оно просто попало на эту удочку. И большинство даже тех, которые, казалось бы, вообще... Не должны были вообще рядом не должны были попасть. То есть я танцами занималась, я очень хорошо училась. Я сама по себе очень такой добрый человек, которому жалко даже муравьев там. Вот. И так случилось, что я вот попадаю в компанию, и что самое интересное, меня вот как будто тянуть туда стало, что вот эта мода, вот как будто ты в этом реализуешься и становишься вот частью вот этого какого-то нового движения интересного. И мне так хотелось попасть в это что-то новое. И, конечно же, наркотики – это очень страшная вещь, которая не заставляет ждать, чтобы ты пришел за ними снова. Это происходит моментально.
даже если говорят, что зависимость, она формируется какое-то время, стоит попробовать один раз, и все, это уже на крючке. В общем, много было всего, и боли, и слез, и переживаний, и иллюзий. Такая иллюзия была. В подростковом возрасте дети всегда думают, что весь мир у их ног, и что, как говорят родители, это всего лишь... Но их страхи, я смогу, я справлюсь, я вылезу, я пройду через все. И это иллюзия, и я понимаю, что очень важно прислушиваться к родителям. Mm-hmm. И мы сейчас настолько стараемся беседовать. Вот сейчас у нас малышка годик, мы ее просто mm-hmm. любим, да, заботимся mm-hmm. о ней. Но со старшей дочерью у нас... Сейчас вот я mm-hmm. вспомнил местописание mm-hmm. такое. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Вот yeah. я когда Но был конец их путь хоть бы подростком, да, я, вот мне казалось, что вот этот путь, он для yeah. меня идеальный. Yeah. Но, как оказалось, конец был путь к смерти, да, то есть... И слава Богу, что вот Бог вмешался и не дал этому случиться, вот, ну, как бы конечному назначению этому, и перевел, ну, как бы от смерти в жизнь. Тем, что вы узнали Бога, посвятили свою жизнь Ему, связали, на самом деле, свою жизнь уже, вот, жизнь, которая угасала, скажем, в молодом таком возрасте, и сейчас ваша жизнь связана с тем, чтобы помочь другим, да. стать теми, кто они должны быть, то есть это... Наверное, действительно, в сотни раз больше, в тысячи раз, может быть, больше, чем вы могли себе представить, когда были совсем детьми, еще даже до зависимости, я думаю. Да. Поэтому Бог, конечно, Он умеет обращать пропасти, беды, разрушения в созидание, но это возможно только с Его силой. А скажите, вот расскажите, пожалуйста, сейчас о том, вот именно как вы построили свою семью, на чем вы ее строите, и... Как раз, немножко своей такой историей, как вы влюбились друг в друга, История почему. История любви. Да. У нас очень интересная такая история. Я в центре была уже 3 месяца, по-моему, приблизительно, плюс-минус. И всегда вечером после групп забирали в какой-то день новеньких ребят и привозили в центр. И всегда у нас было дежурство на кухне. Каждый день кто-то дежурил на кухне, готовил завтрак, обед, ужин, и в этот день дежурила я. И вот привезли Евгения. Конечно же, он выглядел не так шикарно, как сейчас. Вот. Но я сразу обратила на него внимание, когда я ему положила ужин, что надо вот покормить, человека привезли. Чай ты мне налила. Я от ужина отказался. Или чай, да, от ужина отказался, чай. Я ему ставлю на стол, и он вот разлил немножко. Ой, я извиняюсь, прошу прощения. И, боже мой, такой культурный. Думаю, ну как же ты тут вообще оказался? Интеллигентный хулиган. Да, интеллигентный такой, культурный. Вот прям. И мы как-то стали общаться. Мы так подружились, что вот мы прям друзьями стали. Нам стало так интересно. Мы вместе копали огород, мы вместе щипали этих курей там. Что мы только не делали. Он мне рэп пел, сочинял на огороде. И вот так вот мы дружили, и потом мне сказали: ты что, не замечаешь, что Женя-то на тебя смотрит другими глазами? Я говорю: вы что, какими другими? Мы друзья. Да. И получилось, оказалось, что со временем он начал на меня немножко по-другому смотреть. А сколько времени прошло? Ну, может, еще 3 месяца, наверное, да? Около 2 месяцев. Или 2. Вот удивительно, что Евгений лучше помнит какие-то детали. Женщины обычно на этом специализируются. В марте, уже в любви признался тебе, когда цвела вишня, под цветущей вишней. То есть, ну, да, пару месяцев прошло, но у меня уже намерения были серьезные. И я даже сейчас учу, как вот, что должно лежать в основе отношений, это дружба. Потому что друг любит во всякое время, написано. Да. И что вы должны подружиться, это позволяет быть настоящими. Без всяких масок, не надо стараться. Ты такой, какой ты есть, а это ж классно. Он меня отвел в цветущий сад, и мы очень аккуратно общались. То есть у нас Соблюдали все правила центра. Да, соблюдали все правила центра. Вот, и он меня все время наставлял. Я еще так иногда злилась, думаю, что ты умничаешь. Я больше в центре, а ты меня тут учишь. Вроде как я. 3 месяца на целых. Да, вроде как я должна. Вот, и в мае он мне под вишней сказал: ты знаешь, мне кажется, я тебя люблю. Я говорю: чего? Я настолько не ожидала, что вот, он так нежно и искренне признался в любви, что я, в принципе, этого, не видела. Образ жизни был совсем другой, а тут это все так романтично, как будто из какой-то поэмы, так все красиво.
Вот, и, конечно же, мне было приятно, да, и мы общались. И я раньше закончила центр. А мы, когда еще были там, мы все мечтали. Вот сейчас закончим, как мы вместе гулять будем, там цветут каштаны. Даже когда ты не думала, что он влюблен, просто как друзья. Нет, нет, мы уже знали. У нас уже была симпатия между друг другом. И вот мы все ждали, как мы вот будем на прогулки ходить, как нам хорошо будет вместе вдвоем. И я тоже этого хотела, но я закончила центр раньше. И получается так, что ему на следующий день... заканчивается у него реабилитация, казалось бы, вот мы вместе можем там уже там, строить дальше отношения, к свадьбе идти, а я опять заново сорвалась. И я не хотела жить старой жизнью, но меня что-то держало. Я знала, что... Не знала, скорее всего, вот я когда вышла с центра, я не умела жить по-новому. Вот я знала, как жить там. Mm-hmm. Это была моя сфера, это была моя стихия, я там знала абсолютно все. А новая жизнь, это, знаете, вот я, можно сравнить, как Маугли, которого взяли из джунглей и в мегаполис, там, в Москву, mm-hmm. отпустили, и все, и он не знает, куда ему, что, как жить. Mm-hmm. И вот, наверное, я себя так чувствовала, и из-за этого я свалилась в привычный свой образ жизни. То есть встретились с теми же друзьями, ну, да, они все делали вот... все то же самое, предложения какие-то. Да. И... Хотя внутри мне уже не хотелось этого. Я уже знала, что вот мне прям груз у меня внутри такой был. Пережили покаяние вот все-таки в центре, получается, встречу с Богом? Мне кажется, нет. Я угу. очень хотела. Я смотрела на ребят, которые искренне молились, и я думаю, вот внутри себя я тоже так хотела. И они вот так все, аллилуйя, как там вот все классно, все я слышу Бога, получают, откровения да, получают. Ну как они это получают? Я ничего не получаю. И получается так, что на следующий день Женя заканчивает реабилитацию, а я в этот день меня отправляю в другой центр, в Санкт-Петербург. И получилось так, что мы с ним увиделись только в аэропорту, ему разрешили приехать, ребята еще другие приехали, проводили, потому что мы же там все подружились Я очень за это время. Я был зол, еще как бы. Никогда. Я на полгода уехала в центр. Он мне писал письма, там никому не разрешали читать письма от парней, но мои письма читали на сестринских собраниях. Я, потому что как проповеди, там местописание красным цветом. Да, потому что это, они, кстати, очень даже красивые. Натренировался, как бы, и тогда уже. И я приезжаю через полгода. Нет, я не приезжаю. Я еще не успела улететь, как я встречаюсь со своей подругой с Санкт-Петербургского реабилитационного центра, и, конечно же, опять 25. Вот прям тянуло меня назад, и все. Подожди, с подругой, чтобы... Что, и она тоже упала? Она не прошла реабилитацию, да. Понятно. У нас такие, знаете, были эмоциональные связи, нам интересно было, хорошо, но вот она не смогла пройти реабилитацию, хотя она очень хороший человек, мы с ней очень подружились. А я вернулась, и вот прям меня как магнитом, вот мне опять надо туда, и все. Хотя... И люди прям такие начали подтягиваться, да? И я, конечно же, никто ничего не знал. Я прилетела в Калининград. На тот момент уже был небольшой благотворительный фонд, где вот ребята с лекциями профилактическими по школам ходили, там, по военным частям, профилактика наркотиков. То есть Женя уже так в служении был. И я где-то пробовала с ним, и тайно иногда, вот, скажем так, пряталась, отключала телефон, и вот я не могла, меня вот прям разрывало две части. Иногда я срывалась на наркотики, иногда я хотела служить. И у нас, мы даже подали заявление в ЗАГС, и мы не поженились, потому что прямо перед свадьбой вот у меня происходит очередной срыв. А теперь я лечу в Москву, в реабилитационный центр. В Москве я нахожусь тоже около полугода. Женя мне продолжает писать, ждать меня. А я потом только поняла, что человек, он сам из этого вылез только недавно. И насколько ему тяжело было, но он верно стоял, боролся за меня. Потому что это очень тяжело, когда ты после центра, как правило, вот такие, скажем так, парочки, да, на тот момент, что, ну, один второго стягивает, человек не может устоять. А он стоял, и ему самому тяжело было, но вот он еще и за меня боролся. И в Москве я прохожу реабилитацию. И опять все по старой схеме, опять все то же самое. Я не успев уехать из Москвы, я вот прям, знаете, ну понятно, кто складывал. Вот у меня все вот складывалось таким образом, что находились люди, находились деньги, узнавались абсолютно в разных городах, ничего не зная, находились наркотики. И, в общем, я на поезде уже приезжаю в Москву, чтобы улетать, стою в аэропорту, помню, курю, закурила опять, хотя я легко освободилась от сигарет, от этих. Я уже не могла ругаться матом после первого реабилитационного центра.
Я даже с Библией очень долго ездила за наркотиками в сумке. Она мне казалась такая вот что-то вот это... Оберег. Ну да, что-то такое теплое, вот надежда какая-то для меня. И в Москве стою в аэропорту в курилке. И... А муж мне так всегда, чтобы не плакала. И говорю: Господи, я больше не хочу так жить. И я настолько искренне это сказала, я говорю: я не хочу больше так жить. Даже в первую очередь, потому что каждый раз это же надежда родителей, Жени. И я прилетаю в Москву, я выхожу из самолета другим человеком. Все. Это был последний раз в моей жизни, когда я покурила, когда я употребила какие-то наркотики. Это было в 2007 году, осенью. Это сколько уже лет прошло? 12 лет. Ну, будет 12. Да. Это и все. И вот прям я понимаю, что я прилетела свободным человеком. Я понимаю, что я уже прохожу через тех друзей, через те какие-то точки, все, и у меня ничего не ёкает, у меня уже ничего не реагирует на этот здесь, старый образ жизни. Местописание такое, очень часто люди говорят: я вот сам бросил. Я говорю: у тебя просто появилось хорошее решение, а всякое даяние доброе приходит свыше, да, от Отца Светов, да, и вот когда мы принимаем какие-то добрые решения, Бог нам, Он нам помогает в этом. И я думаю, что она, ну, просто вот приняла это решение. А у вас началось практически сразу служение, да, да. Вот наркозависимым, вот, да, и как бы с первых дней я как с центра вышел, и сразу фонд, вот фонд наследия сегодня, я начал заниматься профилактикой, учебные заведения, воинские части, тюрьмы, профилактика там, о здоровом образе жизни, mm-hmm. о вреде наркомании там, и так далее. Вот. И как-то вот постепенно мы подошли к тому, что надо открывать, ехать в реабилитационный центр. И возможности появились такие, нам отдавали там... Хорошее помещение. Да, такое. Ну как хорошее, заброшенный коровник, и там пристройка была. И, ну, я вспоминаю, что такое теплотвор, что оно хорошее. Ну кто поедет туда? И как-то вот все молчат. Я думаю: как все молчат? А почему я молчу? Я поеду. Потом думаю: кто меня за язык тянул, когда уже уехал в центр? Там такие условия были. Ну, и это ваша история, как вы входили в призвание. Да. А вот после, если мы подытожим, что вы видите, вы нашли вот в вашем союзе друг с другом? Вот почему вы, помимо того, что вы стали друзьями, друзей бывает много достаточно, но почему именно вот она, почему именно он, вот как вы бы определили это даже сейчас? Я бы определил: это воля Божья, благая, угодная и совершенная, потому что я вижу, как сегодня, что это вот, ну, обрело как бы, да, как результат уже. И я понимаю, что это план Божий был, видимо, потому что и у меня были силы бороться, и она все-таки приняла правильное решение. И я все-таки думаю, что без участия Бога не было бы этого, это точно, я знаю. Потому что у меня раньше был другой взгляд на отношения вообще, и... Да, и... А какой другой? То есть, что их не может быть? Ну, не то, или... что не может быть, такой халатный, для себя только. Угу. То есть здесь, ну, Бог учит наоборот, что ты в отношениях не для себя только, ты не потребитель, а ты даятель наоборот. И от этого зависит, угу, вот насколько счастливые будут отношения. И когда ты даешь, ты счастлив. Когда ты только потребляешь, тебе постоянно все мало, все не то, это не так. Мы с каждым годом вот как-то ближе, дружнее, и мы очень много прошли трудностей, когда уехали сюда на миссию с маленьким ребенком. Было очень тяжело, сколько мы всего преодолели, и мы все равно рядом. И в трудностях мы вот, у нас всегда рассказываем эту историю, всегда смеялись, когда был период вообще безденежья на миссии. И мы не ссорились на почве этого конфликта, мы даже смеялись. Ну что, чулок на голову и по заправкам, знаете, как в кино показывают, там воруют деньги. То есть это мы смеялись, вот мы с юмором выходили из трудных ситуаций, мы поддерживали друг друга, подбадривали, ну и вот прошли. Родили тут вторую дочку, слава Богу, уже вот теперь у нас есть тут свое жилье, церковь, служим. Любим очень людей, нашу церковь любим, слава Богу, за всех, кто принимал участие в нашей жизни. Олег Юрьевич был тоже человек такой в нашей жизни, который начинал фонд, тоже сыграл большую роль. Ну, в общем, очень много людей. Спасибо всем, всех не упомнишь, миссионеров наших кемеровских. Они все сыграли огромную роль в нашей жизни. Ребят, спасибо вам большое, потому что
Мне кажется, к сожалению, не вместить все, что вы пережили, и то, чем вы можете поделиться. Но мне кажется, это очень замечательно, что вы здесь, в нашей программе. Я рада тому, что прозвучало то, что Евгений является таким тоже и наставником, и в чем-то даже таким учителем, как строить счастливые взаимоотношения в браке, в семье. Он это не теоретически знает, он это знает на собственном опыте в том числе. И мне поэтому наши зрители, те, у кого есть вопросы, те, у кого есть какие-то размышления, они понимают, что помимо всякой теоретической литературы есть молодые наставники, есть люди, которые посвящены служению другим, правильному наставничеству, в любви, в мудрости, с водительством свыше, что вы знаете свое призвание. Поэтому, друзья, пожалуйста, через телеканал ТБН или зная имена наших гостей, вы можете их найти, можете к ним обратиться, если у вас есть вопросы, поэтому пишите, звоните. Пусть эта программа будет для вас помощью в решении ваших ситуаций, в молитве, когда вы еще стоите за своих, может быть, близких и родных. Спасибо вам большое.